Новыя векторы супрацоўніцтва ў межах саюзнай дзяржавы. У Магілёве прайшло пасяджэнне статыстычнага савета. Вынікі працы і планы на будучы абмеркавалі прадстаўнікі Нацыянальнага статыстычнага камітэта Беларусі і Федэральнай службы дзяржаўнай статыстыкі Расіі. Цесная сувязь, супастаўнасць факту і гарманізацыя працэса. У час інфармацыі перадавых тэхналогій статыстыка становіцца асноўным аргументам у прыняцці рашэнняў на любым узроўні, асабіста на дзяржаўным. У рамках саюзнай дзяржавы беларускі і расійскі статыстычныя камітэты ў сумесным супрацоўніцтве бачаць плюсы для абедзвюх бакоў. У нас самыя цесныя связі действительно сложились не просто на постсоветском пространстве, а вообще в статистическом мире именно с нашими коллегами из Росстата. Мы постоянно обмениваемся новыми информациями, опытом, и, соответственно, мы каждый день на связи с нашими коллегами. Для чего это необходимо? Это позволяет нам быть всегда в тренде происходящих изменений, и мы пользуемся теми новациями и теми инновациями, которые есть у них, ну и, конечно же, представляем те разработки, которые передовые есть у Белстата, нашим коллегам. Оборона навакольнага асяроддзя, социальное и демографичное пытание. Удельники сустрэчы подкресливают, статистика – это тренд сучасной аналитики. Специалисты удоскладнили интерактивные платформы по распаўсюджванню информации. Важно, что гармонизация должна соответствовать тем задачам, которые ставит перед нами руководство стран союзного государства, чтобы мы максимально обслуживали и удовлетворяли интересы управленческие тех служб и структур, которые нуждаются в современной, актуальной, достоверной информации. Поэтому цели гармонизации, они с целью создания необходимых условий для управления и получения оперативной информации управленческой, с одной стороны, и максимальная синергия в опыте, которая у нас накоплена с двух сторон, для того, чтобы могли его максимально реализовать в совместных работах. Спасибо. Беларусы и россияне подписали план мероприемства по обеспечению супоставности у галине статистической методологии на 2022-2023 годы. Этот документ поможет увеличить количество актуальной информации, которую можно будет скористать на корысть развития супрацовництва краин у межах союзной державы. Хардия Ягору, Александр Артемьев, новин региона.